конференция подошла к завершению. Все обратили внимание, кто обратил внимание, что есть тенденция, куда Бог привел. Все проповеди, они были разные. В силу даже того, что люди по типажу были разные, каждый проповедовал в своем типе. И почему практически везде в Писании, где речь идет о преображении человека, там всегда рядом явлена слава Божья? Потому что преображать человека Бог не может, а точнее не хочет, потому что немного диссонанс, что Бог что-то не может, не хочет, вопреки воле человека. А славу Божью Бог являет только по своей суверенной воле. Он сам это решает и делает. Поэтому очень часто Бог просто предупреждает себя. Стоит Моисей на горе, и Бог ему говорит: сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, святое. И не какое-то место святое само по себе, но свято лишь то, где в данный момент Бог, то, что Божье. И поэтому человек выбирает, с почтением ли отнестись к тому, что Бог уже здесь, снять ли ему эту обувь и стать неспособным ходить самому. Потому что вы представьте эту картинку: Моисей на горе, вокруг пустыни только камни острые и горячий песок. Там ты не можешь без обуви. Там вообще без обуви не ходили. И вот эта вот незащищенность человека, когда он осознает, как сказал один великий теолог, как ученики Христа нам повелено идти и нести Его Слово всем народам. Как люди мы понимаем, мы не способны нести Божье Слово. И говорит, вот в этой комплектации нашей способности, неспособности и необходимости и является Божья слава. Потому что мы неспособные, использованы Богом и становимся способны. И вся слава за это Богу. Аминь? Аминь. И тогда в Писании есть различные примеры. Мы так сблизились с Павлом. Я хотел начинать с другой истории, но и время, и может чуть отвлечь. Но эта история — это пир в Кане Галилейской. В принципе, все его знают. Кто не знает, спросите у того, кто знает. И там вот этот есть один момент, который нам нужен как иллюстрация. Если вы обратили внимание, то, что вина нету, знал и распорядитель пира, и слуги. То, что вино стало из воды, знали только слуги. Когда Бог говорит что-то, и ты делаешь, ты видишь план Божий глубже и больше, чем даже люди, которые официально это возглавляют. Поэтому очень важно быть всего лишь верным, послушным слугой. Это самое главное. Не так важны качества и уровень человека. Но важно быть послушным и верным на то слово. Поэтому с благоговением снимается обувь. Человек в своей неспособности приступает к трону Божьей славы, получает Божье повеление и начинает двигаться в своей жизни. И Божий план начинает осуществляться, и преображение начинается с этого человека, пробуждение начинается с меня. Но если воля человека подчиняется Слову Божьему, только тогда туда является сила Божья. И тогда преображение расходится от этого человека во все стороны. Поэтому про двух людей и про Петра и Павла в Деяниях написано: платки, опоясания, даже тень, которая от них падала, она исцеляла людей. Почему? Духовно это люди были больше, чем физически они выглядели. Сила Божья преображала все вокруг них, даже исцеляла людей. Но это происходит только когда воля Божья, воля человека свободным решением подчиняется полностью воле Бога. Тогда Бог может дать силу этим людям. Почему? Потому что тогда слава идет Богу. Не человеческим способностям, не человеческим возможностям, не человеческим дарам и талантам. Всегда отличайте дар Божий от конкретного носителя этого дара. И тогда вот этот пример нужен был только
прям сказать, вот начальная стадия, как в тебе может начаться творение Божье, которое потом преобразит вокруг тебя все. И тогда мы посмотрим по деяниям, мы посмотрим, нам интересен апостол Павел. Все в силу характера наших церквей, то есть пятидесятники, нацеленные на пятидесятницу, и харизматы, мы всегда рассматриваем апостола Павла, переломным моментом его жизни всегда рассматривается динамическое переживание по пути в Дамаск. Динамическое переживание, сила, которая вторглась в его жизнь, когда он шел, Бог его поразил, он спросил, кто ты, Господи, он не сомневался, откуда источник поражающей его силы. Это тоже некая двоякость Бога, которую надо понимать, что Бог, он не только созидающий, Бог еще рассекающий. Много раз, когда ты стремишься избавиться от своих проблем, от своих зависимостей, найти хорошую работу, чтобы Бог себе дал жену или мужа, в зависимости, кто ты, и так далее, ты всегда ищешь Бога созидающего. Но ты должен также знать Бога рассекающего, потому что Писание учит, что Дух Божий отделяет, да, помышление от духа, душу от духа, вообще суставы от костей, от мозгов, понимаете? В Библии представлен Бог рассекающий. Иов узнал Бога рассекающего. Еще до этого он знал Бога созидающего, Творца. У него все было. Но чтобы вырасти, человек должен знать Бога рассекающего. Бога, который отделил воду над от воды под. Воду, Богу, который провел черту и сказал, здесь суша и воде, и дальше ты не пройдешь. Это более взрослый Бог. Это более взрослое понимание Бога. Бог рассекающий. Поэтому сначала ты ищешь и находишь Бога созидающего. И понимаешь, когда ты начинаешь мыслить о Боге в одном ключе, часто это приводит к определенной ошибке. Бог – папочка. Часто ты уходишь в другую крайность. Злой господин, который ничего не дает. Но всегда, понимаете, всегда корень – даяние. Я знал тебя как жестокого, который ты вот берешь, а не даешь. Понимаете, человек искал Бога дающего, и когда Бог не дал, он вдруг почему-то решил, что Бог злой. Понимаете? Но более взрослое понимание связано с Богом рассекающим. Как у меня один мой друг, когда очередная у него невеста сорвалась, а кто был в Рету, знает, какая это трагедия, как долго ты потом никого не найдешь. Как редко дается эта попытка, у него изменилась молитва. В его молитву добавилась принципиальная. «Бог, спасибо за все, что ты дал, и Бог, спасибо за все, что ты не дал». Я подумал, да, 15 лет поиска привели к тебя к такой находке, к такому выводу. Понимаете? Поэтому это было не единственное переживание Павла. Поэтому мы вчера говорили, что преображающая сила должна действовать в тебе всю жизнь. Но чтобы она действовала тебе всю жизнь, Бог, как уважающий, как давший тебе свободную волю, она должна сочетаться с твоими решениями. Понимаете? Компромисс должен продолжаться. Завет должен обновляться. Ты должен пролонгировать, продлевать контракт, что ты Божий. Не только, что вчера он тебя спас, и у него остались одни обязательства. Это давать тебе деньги, невесту, необременительный труд, и там дальше по желанию, да? Ну, в церкви я всегда это знаю, когда я познакомился с Любой и с ее дочерью, на которой потом женился, я сразу сказал своей будущей жене, я сказал, в этой церкви все обречены на болезни и нищенствование. Она мне говорит, почему? Я говорю, потому что здесь в основном молятся, только когда им что-то надо от Бога, в основном это новая работа, если уволили, деньги и выздоровление. Я говорю, но неужели не за что поблагодарить Бога? Неужели не за что прославить Бога? Тогда, если Бог еще решит эти проблемы, значит, вообще перестанут молиться. Тогда Бог никогда не будет решать эти проблемы полностью. Если ты только приходишь к Нему по одному поводу, чтобы Он решал твои проблемы никогда в этой жизни не решатся.
Никогда. Потому что это единственная связь, которая тебя с Богом связывает. И Он тебя хотя бы из огня должен успеть спасти. Если ты хочешь отдать свою жизнь во славу Божью, то Бог сделает тебя исполнителем своей воли. Ты будешь не только раб Божий, но ты будешь еще и апостол Божий, слуга Божий. Как написал каждый апостол. Раб и апостол Иисуса Христа. С одной стороны раб, а с другой апостол. Это как эмиссар, посланец, или в русском языке больше знакомо другое слово, комиссар. Чрезвычайно уполномоченный, который куда бы ни приехал, все ему подчинены. Все ему подчинено, и гражданская, и политическая, и военная власть ему подчинена. И вот эта сила Божья, она является в жизни человека, во-первых, в сочетании с рядом решений человека. Когда год за годом, несмотря на то, что Бог не делал все, как ты хочешь, ты оставался Ему верный. И после этого, быв испытан, человек получает духовный статус. Это даже не всегда совпадает с его статусом в видимой церкви и не обязано. Хорошо было бы, если бы твой статус в видимой церкви совпадал с твоим статусом в духовном мире. Но не обязательно. И поэтому мы можем посмотреть, что в жизни Павла был как минимум еще один серьезный переломный момент. Во-первых, мы должны понимать, что в Евангелии, в Деяниях записано только то, что было необходимо для полноты информации о спасении в Господе нашем Иисусе Христе. Потому что Иоанн, который написал позже всех свое Евангелие, когда три Евангелия христианский мир уже знал и имел, он все равно дописал в конце. Если писать все, что сделал и чему учил Иисус, книг в мире не хватит. При том, что он на 90 с лишним процентов написал информацию, которую в других Евангелиях нет. У него общего три момента. Рождение Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа и, не поверите, хотя может кто-то обращал внимание, насыщение 5000. Единственная история, которая есть во всех пяти Евангелиях, кроме рождения и смерти Иисуса Христа. И все равно он дописал, ну не хватит, книги. Деяния, по сути, описаны два апостола из 12, не считая, что потом добавилось второе поколение. Это и дьяконы, которые были избраны, тот же Варнава, потом добавилось еще следующее поколение Тимофеев, Марков. Кстати, Александрийский патриархат, который патриархат в христианском мире, пусть и в православном, он все-таки больше всего упирает, что мы от Марка, а Марка сам Петр учил. То есть вы не думаете, что эти персонажи, которых вы видите маленькими в деяниях, что они так всю жизнь и остались. Знаете, Тимофея всегда сопровождает. А ты, Тимофей, не давай пренебрегать своим юным возрастом. Но поймите, когда он позднее, Павел его из страны в страну посылал возглавить церкви, ему было 30 лет, как и нам, 40 лет, как и нам, он тоже старел. Он не всегда остался в том юном возрасте, когда Павел пришел на какую-то домашнюю группу, а там сидит бабушка, ее дочка и внучок. Он не был в таком возрасте всю жизнь, он вырос. Вот. Поэтому мы рассмотрим лишь один момент, чтобы он был понятнее. Хотя у Павла было, например, 3 года в Аравии. Он описывает, что он получал Евангелие от Бога. А где? По деяниям, после Дамаска его, он ушел в Иерусалим, Варнава его познакомил с апостолами, и он ушел в Тарс. И по деяниям через 13 лет его Варнава же из Тарса отвез в Антиохию. Но по пути где-то было 3 года еще в Аравийской пустыне, где он получал откровение от Бога. И у него было еще, как минимум, еще одно переживание. Сейчас мы об этом поговорим. Давайте откроем Деяния, 16 главу. Это стык первого и второго путешествия Павла. В предыдущей главе описывается, как они поругались с Варнавой, потому что в первом путешествии Марк не выдержал и бросил их. Во второе путешествие Варнава хотел его взять. Павел был не готов. Именно так надо понимать. Павел был не готов. Не только Варнава был, Марк был недостоин. Павел был не готов. В своем еще пока высоком, но достаточно юношеском христианстве он был человеком крайностей. Вот подвел меня один раз человек, и не возьму его. Иначе какой другой вывод? Что Варнава ошибся? Но когда-то и в Павла не верили. Он был убийца.
Он был комиссаром Синедриона и волок людей на пытки и смерть. И когда убивали святых, я подавал на то голос. Апостолам он написал. Он казнил людей решением, не руками. Зачем он был высокий человек? Кто его привел к апостолам первый раз, Варнава? Кто потом его взял в церковь, где он вошел в круг пророков и учителей, из которого их и избрали на путешествие Варнава? Ты читаешь Деяния, где уже говорится про Павла, как вначале они их пара называется? Варнава и Савл. Потом то, что Бог его начал подымать, уже подготовив к определенной миссии. Не думайте, что он был совершенный, уверовав в Дамаске. Почему? Потому что вы читаете слова самого Павла, и он пишет: «Когда я был младенцем, я и мыслил по-младенчески, и поступал по-младенчески. А когда вырос, то оставил младенческое». Помните все эти стихи? А вы в Деяниях находите, что Павел первые 5 лет боролся с духом курения. Знаете, он то курил, то не курил. Нет. Как мы помним, Павел сразу начал проповедовать, за что тут же его решили что? Убить. И чудесным образом он был спасен в Дамаске. А куда он потом сразу бросился? Прятаться от гонений, от проклятого диктаторского режима, от кровавой гобни, как у нас это, мучеников пытаются искусственно сделать. Он пошел в Иерусалим. Но извините меня, там его каждая собака в лицо знала. Вот если где его могли убить, это точно, он прям правильно выбрал место. Что он называет младенчеством? Мы до такого уровня не выросли еще, который он называет младенчеством. Тогда нам жить в уничиженном христианстве, что мы есть никто и звать нас никак, оказывается, вот, даже это, до чего мы не достигли младенчества, нет. Он имеет в виду, что все равно он не сформировался. Как он сформировался за 30 лет, потому что в Деяниях описано 30 лет его жизни. Когда ты в конце Деяний видишь его на суде перед Синедрионом и перед римскими властями, он говорит: «С юности моей, как могут подтвердить, если захотят, стоявшие здесь». А кто там стоит? Там стоят первосвященники в ряд. Там стоят лидеры Синедриона. Но, как вы помните, он писал: «И был я усперснее сверстников». Он понимал, что они даже не смогли его забыть. Слишком он был выдающийся в начале пути. Не повернись он, не будь он повернут Иисусом Христом, он бы стоял там. Если не первосвященником, потому что по происхождению он не мог им быть, то лидером по другим характеристикам. Поэтому за 30 лет Павел изменился. И перед смертью, переосмысливая жизнь, он говорит: «Марка не забудьте привести ко мне. Обязательно». Мы вчера обсуждали, покаялся ли Павел за то, что он когда-то Марка отверг. Я более чем уверен, что да. Как минимум, не просто так, не просто он это сказал, но Дух Святой велел поместить это в Писание. Поэтому тот же Дух Святой велит показать, как Павел отвергает не только Марка, он с Варнавой готов поругаться. И это искренний, честный человек. Здесь не пример лицемерия, не подумайте. Это искренний, честный человек, который на тот момент своего развития думает, что жить правильно так, только так и никак иначе. И за всю свою жизнь, если мы правильно понимаем Евангелие, Павел понял широту, глубину и высоту любви Божьей, о которой он и написал, что никто не может отлучить нас. Вот что изменило его за всю жизнь. Любовь Христа, которая научит тебя через тебя же, что раз Бог тебя принимает таким, какой ты есть, значит, и других Он тоже любит такими же. И твое взросление не здесь, и мое, а здесь. И только взрослые люди могут создавать команды и принимать друг друга в любви Христа так, как они есть, чтобы Святой Дух пришел и работал с этой командой. Потому что голубь не сядет на собачью драку, но голубь сядет, где овечки согревают друг друга. Поэтому
16 главе описывается, что Павел уже во втором путешествии он взял себе в партнеры Силу. Силуан, полное имя. И как раньше был Варнава и Павел, Савл, теперь стал Павел и Силуан. Это тоже высокий человек. Написано, что у них был пророческий дар, что они даже учили церкви. И все равно им необходим мальчик, который бы бегал за продуктами и заправлял им кровати. И он тут же в начале главы находит Тимофея. Он проходит очередной этап, и пока Бог использует его, чтобы как более твердого сошлифовывать неровности с других. И он идет с так называемого Иерусалимского собора или Иерусалимского синода, где они решали, нужно ли необходимо обрезание. И Павел, Бог его использовал, он привел церковь к мысли, вернее, Дух Святой привел, но Павел инициировал это решение, что нет, для спасения обрезание не нужно. Но также Павел что-то начал понимать, что не обрезание тоже не нужно. Но речь не об этом. Речь о том, что вот он идет, и он преисполнен только одним желанием, которым он преисполнен всю свою христианскую жизнь. Это продолжать служить Богу. Особенно на фоне лет, когда он служил Богу, не зная Иисуса Христа. Потому что не забывайте, он служил Богу. «С молодости моей был непорочен». Только основных фарисейских заповедей в 2 с лишним раза больше, чем у нас статей в Уголовном кодексе. И он это пишет апостолам, и Дух Святой не дает ему врать. Я не представляю, какой уровень усилий у человека, который так исполнял закон. Только мы можем понимать, что он всю жизнь свою положил на то, чтобы исполнять закон. И вот такого человека Бог взял и сказал, это мой избранный сосуд, и я ему покажу, сколько ему за меня пострадать. Но 13 лет член церкви, а потом Бог начинает поднимать. И вот здесь второе путешествие, и он идет, и у него есть видение. И Дух Святой научил его здесь тому, о чем Павел позднее написал, но мы ходим верой, а не видением. Не так важно, что ты считаешь хорошим. Это действительно может быть так, да и аминь. И твой христианский опыт, и твой опыт пастора, служителя, он подтверждает, что это хорошо. Но важнее, что Дух Святой замыслил для тебя на данный момент. Куда он хочет тебя отвести и что сделать? Тут написано. С 6 стиха. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли в Троаду. И было ночью видению Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Я вам вчера говорил, что, видите, здесь Святой Дух почему-то не подтверждает. Но они приняли решение, они поняли, что вот куда нас побуждает Святой Дух. Но Дух Святой оставляет решение тебе и мне. Потому что награду можно получить, только если ты побежишь добровольно. И они пошли. И если ты будешь читать дальше, то ты увидишь, что они прошли множество городов. И как и в первом путешествии, во втором путешествии Павла сопровождает одна и та же особенность. Напрямую нам Писание не говорит, что это связано только с ним. Но учитывая, что в третьем и четвертом путешествии этого нет, мы понимаем, что это все-таки связано и с ним тоже. В первом и втором путешествии в каждом городе вокруг Павла грызня. Вокруг Павла резня, его хотят убить, его изгоняют, его пытаются казнить, его пытаются подвести под какие-то статьи, но суть в том, что его гонят из города в город, у него не получается благовествовать Евангелие. Только он начинает, враг слишком явно и быстро его обнаруживает, и ему надо выходить из этого города. И что происходит? Завершается его второе путешествие, вот только в конце второго путешествия он приходит в Коринф и пробыл там 1,5 года. И он быстро уходит в Ефес, но с Ефеса он узнает, что в Иерусалиме праздник, там будет большое стечение народа, у Святого Духа есть какое-то повеление, мы более точно не знаем, он уходит в Иерусалим.
И в третьем уже путешествии он возвращается обратно в Ефес. То есть поймите, только на стыке второго и третьего путешествия Павел стал по полтора, по два года проповедовать в крупных городах и оставлять там после себя церкви. И по книге Откровений, по адресату, мы видим, что церкви продолжали там стоять десятилетия. И мы находим в самом же Павле ответ, что с ним произошло. Давайте откроем. Это 1 Коринфянам. 1, начало 2 главы. И здесь в 1 главе, в 23 стихе написано: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Вот исполняется принцип, который уже в Ветхом Завете открыт, а словами: «Ибо как небо выше земли, пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше ваших мыслей». И Б, вторая часть, когда Бог говорит: «Славы моей не дам иному». Когда ты думаешь, почему падают действительно выдающиеся Божьи помазанники, пойми: отличай Божью славу, Божий дар от конкретного носителя. Они не равны. Плоть остается плотью, а Богу Божье. И вся слава принадлежит Богу. Потому что Бог – один из самых сильных затворов на пути силы Божьей в нашей жизни. Это воровство славы. Когда ты видишь людей, и даже если он без пиджака, мы их называем пиджачки, ты всегда знаешь, что это кто-то в церкви. Он даже так ходит, что можно не спрашивать. Только должен спросить, кто это. Это кто-то, не переживай. Вы думаете, Иисус так выглядел, что римская стража, профессиональные сыщики, не могли отличить его всего лишь в 12 мужчинах? Причем представьте, как эти 12 мужчин на него смотрели. Но представьте, как выглядел Христос, если профессиональным сыщикам нужен был человек, который подаст знак, кто же все-таки из них. Как он выглядел на их фоне одинаково. Люди не ищут себе славы духовной. Поэтому и Павел говорил: так мы неизвестны, но нас узнают. Мы-то неизвестны, а нас узнают. Потому что Бог, Максим начинал открывать, сам решит, кого прославить. И это будет в результате нашего участия в его творении. Не театр одного актера, где Бог почему-то должен благословлять. А, ну я же людей хочу спасать. Но Павел пропустил две провинции. Переведем на современный язык. По дороге из Москвы Павел хотел зайти в Самарскую область, но поезд прошел мимо. Пытался сойти в Саратове, не открыли двери. А потом поезд встал, и его выгнали. И он понял, что надо идти пешком в Ульяновск. Но у них был примерно такой же уровень. Понимаете? Причем сам понял. Вот нет, получил два раза четко. У нас бы, наверное, решили, что тогда евангелизация не угодна Богу. Но мы же даже второй раз молились и поняли, что это не от Бога открывать новые церкви. Павел не останавливался. Богу также нужны люди, которые не останавливаются. Они гребут. Они гребут, их нельзя остановить, их можно только убить. Мне иногда нравится, при всей комичности образа, как Голливуд рисует русских. И там в одном фильме старый боксер, он инструктирует молодого, они оба русские, и он ему говорит: мы русские, нас нельзя остановить, нас можно только убить. И Богу нужны люди, которых нельзя остановить. Поэтому Павел был приготовлен. Но вы обратите внимание, Иоанн пишет свое Евангелие после книги Откровений. Он не писал всю жизнь. Письма, которые потом нашли. Из трех писем два – это записочки.
Ну, вы смотрите на их объем, это записочки, которые он через кого-то передавал. Уже в самом старческом возрасте, в ссылке, он получил откровение. И после откровения он получил повеление написать Евангелие. Церковь четко пишет, все ученики Иоанна, ученики учеников Иоанна пишут, что Евангелие появилось после. Вот. И он пишет старый. В возрасте, когда он даже не дедушка и, возможно, даже не прадедушка. Когда уже убили всех апостолов, и даже Марк с Тимофеем не дожили до этих дней. Вот такой он старый. И в конце Евангелия он пишет: человек, которого особенно любил Иисус. Особенно. Церковь считает, что Иоанн дожил до императора Траяна. Так как известно, в каком году правил этот император, Иоанну не могло быть меньше 90 лет. Скорее всего, около 100. По преданию, он не мог не то что проповедовать, не мог даже ходить. Его приносили на собрание. И когда просили хотя бы сказать что-то, по преданию он всегда говорил: дети, любите друг друга, и этого достаточно. И Павел всю свою жизнь получал компенсацию от Бога. Вспомните, такой человек, который все терпел, везде шел, его гнали, били, избивали. Вы поймите, деяния все не описывают. В деяниях одно кораблекрушение он пишет, а я в трех кораблекрушениях был. А один раз день и ночь пробыл во глубине морской. А то кораблекрушение, которое в деяниях, он прыгнул, он до берега доплыл. То есть это явно и покруче были с ним моменты. Стих на викторине можно загадывать. Стих, которым 8 раз длинное слово. Ты думаешь, если 8 раз одно и то же длинное слово, это рассказ, а не стих? Нет, в опасностях. В опасностях на море, в опасностях на суше, в опасностях среди лжебратьев, в опасностях. Он 8 раз. Но когда смиренный человек Божий обращался к Богу в третий раз, представляете, как его это достало? А Бог ему сказал: ну я в твоей немощи, просто я силен. Тебе нужны босые ноги. Чтобы ты не так много мог бегать своими силами, тебе нужно истощиться в своей силе, чтобы пойти дальше с силой Божьей. Каждому. Не воспринимай свои падения и низины своей жизни, долины тени смертной даже, не воспринимай как свое поражение. Бог может поразить любое поражение. Бог может любое поражение использовать во благо, научив тебя этому, чему-то, подняв тебя. И написано, вместо пепла будет что? Елей радости. Нужно свежее помазание. Тебе не надо преодолевать трудности. Я имею в смысле внутреннего, психологического вот этого конфликта, вот понимаешь? Это только приведет к самосожалению. Одно из орудий дьявола. Бедный я человек. Бедный я человек. Или уж на что был силен, говорит: Господи, ну всех пророков твоих убили. А в другом месте другой человек плачет: Боже, ну я же вот 2 по 50 пророков кормлю, ну как же ты меня это на смерть отдашь, понимаете? Один 100 пророков кормит, другой думает, что он один остался. Оба плачут. Бог думает: я вам двоим еще 100 человек дал. Чего вы там плачете? Сделайте что-нибудь. Вот. Нет. Нужно свежее помазание, свежее слово от Бога, следующая цель, к которой идти. И Бог сказал, что тебе достаточно благодати моей. И вот Павел идет. И только в Коринфе он задержался. Почему? Потому что здесь же во второй главе он пишет, с первого стиха: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славой». Вы заметили по-прежнему, как часто слава, слава Божья? Исаия, когда в Ветхом Завете видел явление Божьей славы в храме,
когда Соломон освящал храм, когда над скинией вставало облако, люди всегда отходили от этой славы. Когда Моисей получал завет, люди сказали: пусть только с тобой Бог говорит. Понимаете? И Бог являет свою славу. И здесь мы видим, что добавляется в большом объеме понятие мудрость, но не человеческое. И она начинается, Ветхий Завет учит со страха Господнего. А Павел к концу второго путешествия, он понял, кстати, он посетил Афины, и там он понял, что человеческая мудрость не побеждается человеческой мудростью. Он был один из самых образованных людей своего времени, потому что, даже будучи заключен властями в Палестине, как вы помните, Синедрион явился с нанятым юристом. Представляете, если бы сейчас Госдума наняла юриста, а Павел защищал себя сам, защищал весьма успешно. И в Синедрионе, и перед римскими властями. Он был умнейший человек. У него было высшее образование по двум направлениям. И по греческому направлению, и по... Как раввин, он был учеником самого выдающегося раввина своего времени. Как имеющий гражданское образование, он сам себя свободно защищал в судах. После Афин он пришел в Коринф и понял, что людей меняет не человеческая мудрость, а Святой Дух, который приходит только на проповедь о Христе распятом. Любая религиозная церковь отличается от церкви живой, либо проповедуют Бога, в основном в третьем лице, Бога, угождают Богу, проповедуют Бога, либо люди от того, что они знают Иисуса Христа в своей жизни, умершего за них и воскресшего, они проповедуют Иисуса Христа. И любовь к Иисусу Христу не даст тебе закрыться в своей церкви и совершать спасение вот в этом якобы ковчеге спасения. Ковчег спасения – это не поместная церковь. Это вселенская церковь всех веков, не только всех народов, всех веков. Из нее так просто не выйти. Если твой ковчег поражается, что ты туда не ту проповедь выложил, или куда-то посмел без ведома кого-то пригласить людей, это какой-то левый ковчег. Настоящий даже буквальный ковчег Ноя, мы имеем в виду, он пережил потоп, в котором погибло все человечество. Если твой ковчег так легко торпедируется, то ты не в ту лодку сел. Вот. Да, хорошая эта история, что Ноев ковчег построили дилетанты, а Титаник – профессионалы. Вот. Поэтому я иногда опасаюсь профессионального служения. Иногда просто становится слишком много людей. Я не смеюсь над самим статусом служителя. Слишком много от человека становится, превращается в театр. Иисус учил: не ходите, не сообщайтесь и не будьте. Как с людьми, которые проповедуют и привлекают к себе очень много внимания к себе. Поэтому Павел начал проповедовать Христа распятого и на полтора года остался в Коринфе. И потом он вернулся. Давайте опять откроем уже 19 главу Деяний. Восьмой стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, он оставил их, отделив учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе». 16 глава, как вы помните, или можно зачитать. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». 19 глава. «И вся Асия услышала о Господе Иисусе Христе». Нам необходимо изменение сознания, мышления, а самое главное – принятие. Потому что любой человек на каждой стадии духовного роста
желает, чтобы Бог прощал его ошибки, желает, чтобы Бог терпел его недостатки и верит в Отца, который любит его таким. И твоя духовная незрелость в том, что ты не терпишь людей, у которых иногда недостатков меньше, чем у тебя. Поэтому не только вот этот процесс, как он шел, как он пришел. Здесь описываются фактические деяния. Поэтому книга и называется «Деяния». Но также она должна называться «Деяния Святого Духа». Потому что вслед за Богом Творцом и Иисусом, Господом Спасителем, начало действовать третье лицо Троицы. Потому что кто не пускал Павла? Дух Святой. Кто помазал Павла и благословил? Он 1,5 года был в Коринфе и 2 года в Ефесе. Дух Святой. Кто решает, что сейчас не время пробуждения в Самаре? Дух Святой. Иначе мы верим в великого дьявола. Кто решает, что сейчас время начать и дает и видение, и силы? Дух Святой. Что мы можем сделать, как люди? Я не говорю «должны». Подчиниться. Мы должны просто быть послушны Богу с пониманием, что мы не способны на то, что Бог нас посылает. Мы не способны. Мы не пытаемся сделать подобие нашей поместной церкви. Я присутствовал и сейчас присутствую при очередном открытии очередной церкви. Каждое объявление. И мы будем собираться по понедельникам, как мы и собирались в предыдущей церкви. И у нас молитвенное, как мы делали в предыдущей церкви. Ну, вы посмотрите, в деяниях. Павел ни в одном городе не был, как в предыдущей церкви. Ни в одном. Он в одном городе сидит и палатки шьет из вонючих шкур. А рядом сидит пастор церкви с женой и тоже шьет. Только Павла Святой Дух туда не пускал. Он в конце бедненький куда смог, туда и забился. А этих из Рима выгнали. Ну вот не приходило им откровение в голову, но очередной император, он взял и выгнал евреев из Рима. Вот высылка за 101 километр появилась с римлян. У них за 101 милю выгоняли, все. Император Клавдий не морочился, что-то у евреев в синагогах споров много. Видимо, уже, кстати, о Христе спорили. Историки не находят другого объяснения. Клавдий сказал, все, синагоги закрыли, дома продали и за 101 милю отъехали. Так просто... выгнал всех. И вот пастор оказался... Даже если ты сравнишь, то ты обратишь внимание. Павел из Коринфа в Ефес, Аполлос из Ефеса в Коринф. Аполлос знает только крещение Иоаннова, и ты поразишься Божьей мудрости. А Акилла с Прескиллой, написано, привели его к себе домой, и точнее наставили в пути Господнем. Кстати, церковь сама себя называла «Путь Господень». Внешние стали называть их христианами. Почему? Они на Христа были похожи. Не ты себя должен называть христианином, соседи должны назвать тебя христианином. Аполлос не знал крещения Святого Духа, знал только крещение Иоанна. Павел пришел в Ефес, читай. Нашел общину, которая что? Он им говорит, а вы приняли крещение Святого Духа? А мы не знали о нем. А как может научить человек, который сам не знает? Поэтому Аполлос не мог их научить. Но пришел Павел, крестил, а когда Павел ушел, Акилла с Прескиллой были приведены уже указом. Это опять их проклятая гобня откуда-то куда-то выгнала. Мы иногда так переживаем, так выдумываем себе гонения. Ну, вы поймите, ну, не хватает тебе, как человеку, что-то сделать. Вот если бы Ироды и Синедрион, и римские власти церковь бы гнать не начали, то Павел бы еще долго из Тарса в Антиохию бы не пришел. Потому что до Антиохии бы миссионеры не добрались. Туда, вы знаете, не по благословению церкви добровольцев отправили. Там просто кого не убили, те сбежали. Но продолжали жить христианской жизнью. И появилась церковь. И тут Варнава вспомнил, что я ж кроме Ветхого Завета ничего не знаю, а у Павла 2 высших, он и с греками вообще в нормальных отношениях. Тарс был университетский город. Иначе ты либо в Афинах учился,
либо в Александрии. Тогда организовали университетский город посередине Римской империи, надо было где-то учить чиновников. Как Павел, не имея много денег, но в то же время римский гражданин по рождению. Да папа, наверное, чиновником был, и все. Самое простое объяснение. Поэтому понимаете, что мы не видим полноту картинки. Мы иногда даже в виде пазла их сложить не способны, но это вне нашего понимания. У Бога есть вечный план, вы подумайте, что над временем. Он вчера и сегодня и вовеки тот же, аминь. Потому что он вообще вне времени, он не растянулся и во все времена, он просто над временем. Время, как любое творение, вот у него вот здесь. И у него законченное творение в руке, а мы не видим. Была известная евангелистка, это про ее сестру и про вшей рассказывали. Она после войны использовала часто один и тот же символ. Она выходила, особенно если женщин много в зале, и она говорит, у Бога совершенный план, это как вот эта картинка. И у людей раз сразу это, удивление, когнитивный диссонанс, там просто нитки лохматые, разноцветные торчат. Она говорит, ой, другая сторона, она раз переворачивает, а здесь нереальная вышивка. Вообще там сверхсложнейшая. Любая женщина, кто хоть раз в жизни шила, она понимает, что вот это сшить, это нереально. Она говорит, наша проблема опять поворачивала нитками, что мы живем во времени. А у Бога завершенная картина вечности. И Павел сказал, и когда я приду туда, я познаю, как и я познан. Но мы как христиане верим, что мы Богом познаны как? Абсолютно. Абсолютно. И на этой земле мы не можем понять всю широту и глубину Божьего плана, но можем доверять. Если ты веришь в Отца, который принимает таким тебя, какой ты есть, то ты должен также верить, что все, что приготовил Бог для тебя, есть воля благая. Помните, мы вчера проходили этот стих? Благая. Лучше нету. Когда тебя отняли твой дом, отняли твой бизнес и выгнали тебя из города, я не представляю, что бы началось, если бы у нас в России так поступили. Я не представляю, что бы началось. Но Богу нужен был пастор, в городе, куда придет евангелист, которых так мало, что даже этот евангелист не крещен Святым Духом. А у апостола такой плотный распорядок, что его хватит только на крещение, прийти и крестить эту общину. А кто же у них пастором-то будет? Это вот эти бедняжки, у которых все отняли. И ты что, видишь, что они там с горем мучаются? Да нет. Шел евангелист, подучили евангелиста, пришел апостол, приняли апостола, ушли оба, возглавили общину. Пишет Павел, там чудес много, а община пока не устаканилась. Он пишет, у вас и Аполлосовы, и Павловы, и Петровы, потому что туда и Петровы добрались тоже. От Петра тоже приехали рукоположенные. И тем не менее, это дары Божьи действуют. Самая несовершенная, самая ругаемая церковь удостоилась того, что дары Святого Духа описываются в ней. А ты смотришь на церковь, Павел пишет, ну, он первое послание, он их исправляет, две трети послания. Во втором послании две трети анализирует, ну, что-то до вас дошло, что-то не дошло. Но вы поймите, что у самого Павла был переломный тоже момент. Он продолжал вот эту трансформацию. Дух Святой его продолжал менять. И два первых путешествия он спорит с людьми. А здесь он понял, не в убедительных словах человеческой мудрости. Последнее, о чем мы поговорим, одно из самых сложных пониманий в Писании, и этому лично учил Иисус, это мудрость Божья. Даже вот насколько мы можем понимать, я вам попытался описать, сколько событий в мире должно было произойти, чтобы Аполлос, Павел и Акилла с Прескиллой оказались в Коринфе. И это насколько мы понимаем. Представляете, насколько все глубже. Ведь есть еще духовный мир, есть еще там борьба, есть силы, которые воздействуют на людей, на процессы в обществе. Это нам даже не открыто. Бог не считает нужным это нам открывать. Но мы знаем, что это есть. А представьте, насколько нам сложнее вообще понимать сам Божий план, вот эту концепцию. И Иисус,
Когда его в очередной раз упрекали, он сказал: «Иоанн Креститель не ел и не пил, и говорили в нем бес. Сын человеческий ест и пьет, и говорят, что он пьянь и друг мытарям и грешницам». Перевожу: пьянь и друг ракетиров и проституток, коррупционеров, вымогателей, негодяев. Первое, что ты должен понять из этого: всем не угодить. Никогда. Второе. В отличие от веры, которая требуется вперед, человек Божью мудрость способен увидеть только назад. Все, что ты, вооруженный даже вот этим и своими 12 годами во Христе, можешь сразу ответить: мудростью Божьей не является по определению, ибо как небо выше земли, говорит Господь. Поэтому Бог не радио, чтобы сказать Акиле и Прескиле: продай свой бизнес, купи билеты, езжай в Коринф. В тех мировых процессах, которые и должны совершиться, у него есть свое маленькое место – быть одним из миллионов гонимых. Но в отличие от других миллионов гонимых, у него есть хорошее конкретное предназначение. А Аполлос вообще, как бы, в данный момент очень молодой человек, который к тому же чрезвычайно одарен по плоти, как о нем везде вспоминают, и даже не крещен Святым Духом, но уже евангелизирует. Как мы говорили в Рето, огня много, а понимание плешь. Вот. А Акила и Прескила, ну, такие, как бы, пасторы рядового уровня. Им повезло встретиться с настоящим харизматом, практически еретиком, Павлом. Они попали в сферу его деятельности и вошли в большое международное служение. Павлу понадобилось, отвергнув Марка с Варнавой, вырастить Тимофея, подрастить силу и обзавестись сотрудниками и организовать какое-то международное служение. И вот внутри этого, как действует Святой Дух, нам трудно понять, даже имея наш опыт. Мы качественно отличаемся от Бога, мы не Бог. Но, оборачиваясь назад, ты много раз восхищен, как Бог творил в твоей жизни. Ты поражен, как ты даже не ожидал, как ты видел это на уровне, находясь в этом, а как потом это все сложилось. Да? Видите? Поэтому, чтобы идти вперед, тебе надо верой взять то, что Бог тебе дает. А увидишь ты мудрость, и Иисус добавил: но мудрость оправдана ее детьми. Только плод покажет, что это делал Бог. Но когда у тебя есть слово от Бога, не сомневайся, даже если весь мир думает, что ты сумасшедший. Аминь. Аминь, церковь, об этом хотел говорить.